Ну, мы там смеемся, мы, наверное, инструктор анекдоты расскажем. Вот что вам все. И мы видим, как Тейко Репин ходит поворот и стремится к финишу. Тем временем Алексей Богачев срывается с места. И Алексей Богачев закрывает наш четвертый заезд. Это был последний участник нашего четвертого заезда бойцовского клуба. Но мы встречаем на финише Алексея Курепина. Он прошел круг чистым. Молодец, Алексей!